Тайна берестяной мумии раскрыта. В главном музее Салехарда вскрыли сенсационную находку, обнаруженную во время раскопок уникального археологического комплекса «Зеленый Яр». Внутри мумии оказался ребенок. За работой ученых наблюдали наши коллеги из Салехарда. Пинцет, ножницы, скальпель. Разве что без стерильности. Слой за слоем антропологи снимают одеяние с мумии. На то, что это мумия, указывает сам кокон, повторяющий контуры человеческого тела. Ученые даже рискнули предположить возраст и пол, предварительно пропустив находку через компьютерный томограф. Это ребенок, ориентировочно около 6-7 лет, ну, с интересными находками внутри. Это явно металлические пластины, которые укрывают лицо, грудную клетку, тазовую область. Это справа у грудной клетки очень симпатичный топорик. Это, вероятно, был мальчик, потому что с девочками топорики-то маловероятно, что хоронили. Сергей Слепченко – антрополог с хирургическим опытом. Такую операцию проводит впервые. В России не так много мумий. Находят лишь на Алтае и в Западной Сибири. Поэтому некое волнение присутствует. Но больше научный интерес. Через пару часов становится ясно – погребенного завернули в мех, бересту, дерево. Артефакты полностью подтверждают научные гипотезы. Это стандартное захоронение 13 века. Погребенный укладывался лежа на спине, руки вытянуты, ноги вытянуты. Как правило, в погребальном обряде всегда присутствовали меховые изделия, то есть, возможно, шапка. На первый взгляд, одеяние небогатое. На Ямале были находки и в Соболях. А вот на 13 век указывает большое количество металла. В ранних могильниках его не использовали. Для поздних вполне характерное явление. Они покупали котлы в Зауралье, ну, по ту сторону Урала. Вот такие большие медные котлы. Почему они вывели полностью горшки глиняные из обращения? Мы покупали вот эти котлы, это удобнее гораздо. И вот из стенок котлов раскатанных они делали вот эти вот покрытия. Помимо бронзовых пластин, ученые извлекли серебряные височные кольца, сувенир и бронзовый топорик. Добравшись до мумифицированных останков, в исследовании предполагается сделать перерыв. Необходима повторная томография, которая и позволит достоверно определить возраст, расположение и даже пол. На КТ вот при таком уже открытом положении будет все хорошо видно. А это элементы погребальной обрядности, то есть способ положения тела – это тоже элемент обрядности. И положение конечностей, положение головы, оно и все имеет семантическое значение. После томографии мумию оставят в музее имени Шимановского. Это, конечно, не мамонтенок Люба, но тоже клондайк исторической информации. Отразив ее в научных статьях, экспонат вполне вероятно выставят на всеобщее обозрение. Галина Чечкова, Иван Макаров, Дмитрий Нагибин. Программа «Время Ямала», Салехард.